Включаю запись. Так. Сокрытый курган. А как он называется? Это называется? Восток Ган. Запад. Там, походу, купать надо, я так понимаю. На запад портайся. Быть лагает. Да я бегу. Сундук. А, это сундук, наверное, который мы уже нашли. Да нет, сундук. Вроде не он. А, не, да, чуть подальше где-то вот тут. Вот. Может, на лопату применить куда-то? Сейчас попробуем. Подруга. Тут где? Как? Ну потому что. А, кстати, кстати. А если тренировать? Не дается. Либо его копает. Копает, копает. Опа, ну нихуя себе, башни, то тут сундук тогда откопаем. Так, какая-то рубаха синенькая. Микс. И кольцо обыкновенное. На тебе. Могу опять. Пошли, тебе тот сундук откопаем. Вот, оказывается, какая их надо добывать. Офигеть. А где тот, подожди, был? Ну, пойдем тогда купим все карточки. Так, пойдем типа сейчас со сундук выкопать. Это потаримся, типа рандомный сундучок. Да. Ну, зато прикольно. На самом деле в нем хуета может быть просто. Да, сейчас, кстати, я это самое опознать, что там, кстати, выпал. Использовать. И посмотрим, что там. Сопротивление огню, сопротивление воздуху. Да, не очень. Что там за броня? Просто защита? Да. Могу тебя тут посмотреть, посмотришь. На мага. Халат. Что-то я как-то коцал. Малец. Да, слабенький халатик, слабенький. Ладно, продам, денег монет, нихуя. Все на скиллы потратил опять. Купился скилл удар молнии. Зато я теперь смогу воина нежити посылать. Сейчас попробую, кстати. Так, где-то вот тут. Устав. Пускай баба копает. Копай! Женщина, копай. Оп, разбежись. Копай себе могилу. О, амулет, чувак, выпал. Хорошо. И лук синий. Так, смотрим. Амулетец использовать. Предмет опознан. Ловкость 1, знаток 1, сопротивление. Я дам 10%. Ой, тебе, красно. Ну, у меня ловкости, у меня есть на ловкости. Знаток. У нас у всех есть на ловкости. Я не знаю, можешь бабе отдать. Давай, ладно, бабе одену его. И баба, одевай. Ну, тебе может пригодиться, если тебе знатока не перестанет на шмотки хватать и денешь. Так у меня знаток-то есть, но ты делал. Это почти такой же. Так отличается с чем? А сопротивление яда плюс 10%. А у меня поле зрения 2,60. Так, лук. Лук. Лук плюс 1. Максимальная дальность 26, 27, 47. А у меня поле. Один лук. 26, 45. А что ты без лука, кстати, ходишь? У тебя посох надет. Надень лук. Ой, вот этот одел синий. Смотри, чувак. Че за хуйня? Ебать, ты скелетов можешь позывать. Да. Шкелетос. Так. Че, пойдем за картами? А он навсегда интересный, я думаю. Нет, он потом это самое. А, он вздыхает, он как элементарь. У него. На, на время потом. Куни двигает. Куни. Сука. Бич. Бич. Купи так, еще. Так, а у кого я карту покупал? Всякую хуйню. Сейчас еще одну карту купим.
там 400 и потом, по-моему, 1000. Это ты учти, мы еще по городу не ходили, квесты не сдавали. Да, ну вот видите, давай как раз будет, сейчас квесты и дадим. А что, надо вместе идти базар? Чё, ну, пахайся. Давай сначала откопаем все клады, а потом пойдем. Так, где покупал? А мне на все один хуй не хватит. Бабла. Я тебе дам, что мне не жалко, на. У меня 1100 есть. Так, а вот это, они, блядь, дешевые, чувак, нет? Ну смотри, вот. 114 золота, следующий 455 уже. А-а-а. А это как-то сокровище, по-моему, уже откопали. 455 это 3, 4, тоже 450. Пойди мои бабки. Там 200 голды хочешь мне дать за это, да? Ну 200 так 200. Чё нам кабанам? Опа, так еще две карты купил. Не очень прибыльно. Не знаю, сколько мы потратили, но заработали мы на этом 200 злотых. 200, ну. Я по 100 не покупал, да? Так, пятая, 1000 голды. Еще 1000, ну давай, ладно, все карты скупим. Блять, я не за мода. Да, ну, электронное касание, лепим муару, смотрите, электрическое, легкий сфера. Ты где? Вот он. Вот он ты, вот он ты. А вот он, что-то там. Так. У тебя наручи не будет, ты будешь на любых. Не, в доме, по-моему, я складывал. Это так, наруч... все. Картишки купил. Ну, читай. Ну-с, друзья. Использовать. Опа. Так, смотрим, где появилось. Открой, чувак, карту, может, ты найдешь. Точно не живу. Не занят. Это сундук должен появиться. Даже если это самое. У меня открытая область появляется. Фиг знает, что-то не видно нихуя. Тебя наебали, бро. Секрет нет, вот он. Пят, пятый. Может не на этой карте? Ну давай, ладно, еще одну использовать. Блин, чем ты тут делаешь, школьник? Так, должно 4 сундука появиться. Блин, тебе ни одного не вижу. Что за бред? Тебя кинули, бро. Это кидалово. А че ты не забрал с этой стрелы электрические всякие? Где? Ну, здесь лежат огненные стрелы. Да, а чё, возьми, будешь в бою стрелять. Да у меня там есть уже. Куда мне ещё? Ну чё, их мало бывает? А вдруг да, пьянка, а ты не готов? Ну вот сундук нужен. Четыре сундук как бы, да. Приебались. Так, о, нашел сундук. Ебать. А это ебать. Около алтаря. Ебать. Ебать. Так. Ебать, шмоток надо продать. Ну-ка давай. О, еще один нашел сундук. Понючее пальто, блядь. Что тут нужно? Подношенная мартинчатая броня, блядь, 5 защит. Вообще просто хуйта, нахуй нужна. Так, я два сундука нашел, чувак.
Иди открывай. Иди я. Давай я с тобой пойду. Третий сундук нашел. Около этих самых тусуется. А есть четвертый еще сундук зашел. Камень. Старая карта кинжал. Геоманта. Ух ж ты, геоманты. Какие геоманты. Че, чувак, еще сундук найду точно. Рондал, хуёвый пропира. Батёстрый двуручный топор, архаичный меч палача. Ну, чемодоры. Нахуй не нужны, блядь. Работе к линям. Так. Где кто-то был? Алло. По-моему, все нашёл сундуки. Раз, два, три, четыре. Да, все сундуки нашёл. Так, ну чё, портай что-то на сундук, на первый. Что получается? Что ж получается? Вилла. А на какой ты портаешься? На виллу. Чё за вилла? Ага. Где-то тут сундук должен быть. Вот. Южный пляж, церковь, восток, вилла. Так. Подожди меня. Копай, копай. А что там взрывается уже? А, это шарашит ловушки. Опа, сундук. Два арбалета. Вообще. Синий-зеленый. Так, следующий сундук где-то тут будет. На следующем алтаре. Около церкви где-то сундук. А там есть портал? Да. Да. А как туда попасть, интересно? Старая церковь. Так, сюда надо. Чё там такое горит? Всегда будет подарено, как-то ещё горит. Тут была битва. Так, ампель вообще идёт. Кстати, а ты купился новый скилл ядовитый, да? Ну, у меня есть, да, там. Ну, как останется, что делай. Да он тут такой же, как и тот. Он, по-моему, одинаковый. Дамажит сильнее. О, вот это норм, кстати. А вот второй смотрю. Первый, точнее. Такой же. А в чем разница? Не знаю. Ну тут у второго дамаг побольше, и ты будет побольше очков. Так, а тут мы не пройдем, наверное. Сюда попасть. Только пойдем. Попробуй. Узнаешь. Нарисован где-то тут вот. За этим сюда самым. Сюда поставлю. Только может отсюда выкопать. Да, под деревом, походу. Копай, не копай, здесь ничего нет. Надо с другой стороны заходить, там по карте уже видно. А как зайти с другой стороны? Что значит копай, не копай? Я сказал копай! Тут какая-то ловушка или не есть такая дверь. Возможно поставить. Да, там что-то есть. Ну а если в церковь зайти, посмотреть там, чего зайти? Непонятно. Канделябр! Может, можно вылезти как-то, я не знаю. В это там можно выйти в церковь. Если через подземелье, а вот через эту дырку просто вылезаешь. Там же люк есть. Вон, дверь даже написана. Ладно, тогда пошли в следующую. Следующий у нас... недалеко, прямо около моста, где мы этого тролля ебашим. Погнали. А. Да, игра такая, для копотрилов, пацанов. Кто будет сидеть хуйню. Кстати, трусы вот эти с харизмой, которые у тебя, типа, пояс считаются, у меня вообще никакого нет. Единственный пояс в игре, который мы нашли. Кстати, поясы, по-моему, можно сделать, чувак, тоже. Да. Типа скрафтить пояса. По-моему, они вообще не выпадают, что вообще мы играем.
Может реально попробовать скрафтить все пояса? А как? Там было написано, я помню. Я просто не помню там. Ну, у меня пояс... один хер, у меня кузнечное дело, мне надо какой-то еще надо скачать. Наверное, ремесло надо качать. Ты. У нее скилл покидан у этой бабы, нет? Да. Талант, который. На что ты кинул? Ну, у нее как раз стоит кузнечное дело. 3. Не, я талант имею в виду. А, таланты? Таланты. А, блин. Чего там? Боевая ярость у нее, второй шанс, образцовое здоровье и способленец. А, ты кинул. Ну, было на мастер, на все руки кинуть, типа 2 еще скилла дает, по-моему. Ну, не знаю, я, по-моему, вообще ничего не кидал. Потому что я изначально прикинь. Выкапывай! Да как здесь ничего нету, вот он. Или подожди, я не тут копаю. Подойди, пройди дальше, смотри, она не на точке стоит. На миникарте смотри. Ну смотрю, она не почему на точку. Да прямо на точке. Ну покопай вокруг дерева, вот пока вот этого. Сзади обойди. О! Так, что тут? Обрывки ткани. Всю жизнь мечтал. Потом клык. Ну колечко зелененькое, это хорошо. На клык его, да? И арбалетец. Ну давай посмотрим, что за арбалет. Точнее, что за кольцо арбалет. Так, кольцо зеленое. О, телекинез плюс 1. Сопротивление земле плюс 10%. Перемещение плюс 0.36. Вот тебе, наверное, перемещение. Да у меня вообще никаких нет. Кольцо, конечно, херня, ну давай. Да, нахуй. За неимением большего удовольствием все меньше. Ебать, три арбалета выкопал. Охуенно вообще. Всю жизнь мечтал об арбалетах. Толкнуть их хуем. Так, следующее находится около этих самых певчих птичек, около этих статуй. А как там назывался? А у твоей бабы на телекинез покидано, да? Не знаю. Смотри. Телекинез. Мастерство. Мастерство? Нет. Нету. Ну ладно. Так, портаемся к статуям. А как они называются? Южный пляж? Статуи. А, так называется. И статуи, у которых нету чего-то. Где-то вот тут вот, в уголку. Вот портанул. К статуям, там будут статуи. Опа! Копаем! Че, опять? А, выкопался, ебать, сундук этот плотной. Ебать, коса, чувак! Шапка на воина. Сейчас мы посмотрим. Халат на мага. Коса, кольцо зеленое еще одно. Обычный деревянный. Тут тухлые яйца. И шепот леса какая-то. Ну посмотрим, что за кольцо. Хоть колечко будет, блять. Да. Кольцо вообще косяки, блять. Кольцо. Знаток плюс 1, сопротивление огню 10%. О, это мне. Хотя зачем мне знаток еще? Будет лучше знать, не знаю, может шанс выпадения повышается. Звезда-то типа этого. А, сейчас мы почитаем, что он дает. Знаток плюс 4 у меня уже. Базовый плюс 2, от экипировки плюс 2. Знаток распознает врагов, Знаток распознает врагов, а также позволяет распознать предметы. Больше, чем очков вложено, тем больше вы можете распознать. Чем больше вы можете распознать, тем быстрее вы это делаете. Типа, чем больше у тебя вложено, тем больше ты на шмотке будет появляться в хуйне. Знаток доспехов плюс 1. Поле зрения плюс 1. Плюс ты походу, короче, можешь чем-то как-то на врагов как-то использовать, типа, какую-то информацию не включать. Так, телосложение, стойкость, сопротивление земле. Вот посмотрим, может, типа, наверное. Так, и коса. Коса, сила плюс 1, восприятие плюс 1. 47, 118. Ну-ка, косой, а тёлка чё?
42, 106. И сколько она требует силы? 9. Ой, дай-ка мне. Да. Она двуручная. Ну и что? Двуручная. Заюзай. Дыруже. Неплохо сундуки покопали. Ну все, больше там карты, кстати, не было. Все, что было. Одел косы? О, кстати, у меня есть идея. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Использовать. Не, ну нужен монстр. Что если вот эту залупу нажимать на монстрах? Какую залупу? Ну вот эту лупу нажать на монстра и посмотреть, сколько у него хп, сколько чего. Ты, по-моему, там просто наводишь, все, не? Не, ну там как бы хп показывает, а количество не показываешь. Ну да, по идее, там можно познавать. Я просто думаю, зачем лупа-то? Просто посмотрел и все. А, ну так не показывает все равно. Есть места. Так, ну все, это все было. Ей, он тут один сундук остался, но я не знаю, как это что. Тогда в город. Да, в город. Так, ладно, пойдем со мной. Я знаю, пока с кем можно поговорить. Первым делом. Ты все? Первым делом самолеты. Я все. Это ты мне шлем какой-то кинул, да? Да. Смотри. Охуеть. Охуеть. Ладно, потом разберусь. А где тут мужик стоял, ебать? Сохранись, короче. Съебался какой-то пидор, блять. Все посъебались. Сейчас, наверное, уже в другой город ушли. Ага, типа это великолепная пятерка съебалась вся, походу, ебать. Которые нас послали, нам подставили нас, суки. А вот этот не из великолепной, блядь, Вольфрам, блядь, или как он там? Вольфрам. Вольфрам, ёпта. Я археолог, кроме того, обожаю все, что связано с нежитью. Вот, заметили. Командир легенды, настоящий сан, понимаешь, что на такой области, поэтому получил не посмотреть древние захоронения. Кстати, вот мы искали этого археолога. Вот он. А, это он и есть, да? Да, древние захоронения, пределы города, он надеется найти место, где зарождается зомби, но пока мои поиски, значит, ты много знаешь про нежить. Совершенно верно, кстати, человек, совершенно верно, я живу для мертвых, так сказать. Сочетание археологии и некромантии вызвало у меня большой интерес. И, конечно же, я буду рад поделиться с этим. Теми знаниями, что я получил эти годы практики. Что можно сказать не больше о зомби? Зомби — результат мерзких экспериментов, использования черной магии. Среди воскресших мертвецов есть волшебники, и они по-прежнему могут применять заклинания, они убивают невинных людей, воскрешают их, превращают в бессмертных рабов, а сквозь пропитанного болезнями и тлением. Когда тебе придется столкнуться с этими зомби, всегда старайся держаться их подальше. И позволяем приближаться, иначе они отравят тебя своими ядами и обессилят. Это не знаю. Что известно о скелетах? Конкретно эти мертвяки, которые можно встретить в окрестностях, воскрешенные солдаты Брака, последнего и самого знаменитого короля источника. Он сам похоронен здесь. Но где именно, никто не знает. Я долго искал и вел раскопки, пока не нашел ничего, кроме ржавого оружия и черепков. В любом случае, солдаты Брака снова разоряют эти земли, по-прежнему сражаются как профессионалы. Я же говорил этим идиотам-легионерам, что взяли мечи, не мечи, а палицы. Ну ты понимаешь, одни дробят кости, а другие от кости отскакивают, даже толстая палка пригодилась бы. Они не слушали, а теперь уже нет в живых. Ах да, я не удивлюсь, использует против вас какую-нибудь необычную магию. В конце концов, солдаты преданы королю источника, повсюду темная магия. Ну и все. Темная магия. И а чё, все? Ну да. Типа рассказал про нежить, все. Может, квест сделался, не знаю. Блять, сохранись, чувак. Чё? Ладно, пойдем. Ты посох сложил, короче, чувак? Ну, посох у меня, по-моему. Пойдем, посох отдадим мэру туда, наверное. Чё-то перспективу просто не вижу пока. Сейчас-то подбегаем, где очевидно, а потом поищем. Ещё, может, надо квест. Да, я думаю, можно идти орков ебашить. Все равно надо с ними поговорить. Иначе мы не пройдем. Ебашим орком, а дальше что? Непонятно, как вообще что-то делать. КТ.
Я хочу, чтобы поговорить, что ты, блядь, депортируешь, ебан. А что это, какие новости? Расскажи мне о себе, расскажи мне о проблемах Магалиборской, которые наши. Кто желает смерти Виктории? Я сдал счастливую великолепную пятерку, не там же там останется. Великолепная пятерка и вратарь. Блять, продает модифицированный амулет. Да? Ну-ка. А, ну. Ты общаешься с ним. Скажи мне о себе. Скажи мне о проблемах с Сесила. Насчет убийства Джейка. Расскажи мне о герцоге Фене. Лучше не вести о Сесиле. Про торговца. Сменим тему. А у тебя посох этот тогда, да? Да, дай мне. Всё. Так, посох. И сохранись. Сабля нет, а посох кого? Тебя что ли, тёлки? Не был, по-моему. Ну помнишь, мы ж находили. Да, посох Пергамона, вот он. Держи. Сохранись. Готово. Базарим. Мне удалось найти посох Пергама. Что? Нашел это? Отличная новость. Ну где она? Давай сюда. Эта реликвия выглядит довольно могущественно. Я думаю, мы сохраним ее. Хуйня это, а не посох. Ты что, отдаем или оставляем? Ну, отдаем, конечно. Ладно, давай. Эта реликвия выглядит довольно могущественно. Я думаю, сохраним. Просто... Не знаю, согласись, потом загрузимся. Блять, чувак. Чё? Ты не согласился со мной. Ты не согласился? Ну... Сейчас. Это ты, наверное, не выбрал. Не то. Подожди, эта религия выглядит довольно могучной. Я думаю, мы сохраним её. А, ты хотел сохранить её? Да. Я хотел попробовать, что будет. Я хочу оба варианта попробовать. Ну, понятно. Лучше загрузись, чувак. Потому что мы сейчас тупо будем кидать. Камень, ножницы, бумага. Очаровать. Давай, покидаем. В этом нет смысла, братан. Все равно загружаться потом. Да нет, давай, смотри. В общем, я бумагу, ножницы нажимай. И все, давай сейчас буду говорить. Давай, я бумагу жму, а ты ножницы, и все. Нахуй загружаться, а то сейчас будет пол мне грузиться. Их че так. На нах. Все равно загружаться придется, чувак. Ну, только загрузить все будем знать. Потому что я просто хочу посмотреть, что будет. Вы мошенники, я бы сбросил вас в тюрьму. Но если бы ситуация была не столь щепетильной, чертовы искатели студии. Я полагал, что вы заодно. Посок Пергама, огонь, телосложение плюс один, сопротивление с ядом плюс восемь. Вообще ни о чем, да? Ебать, да. Он стоит 6000 золотых, блядь. На продаже. Ну что, загружаемся? Загрузись. Я так понял, он как посох ни о чем. Подожди. Я тоже хочу. А, зачем ты это сделал? Почему ты не проснется с осторожности? Леня, мы... Эй, это было больно, пожалуйста, не могли бы... Сейчас, подожди, чувак, тут мать звонит. Давай. Так, ну что, ну тебя нормально выбирай. Так, вот он, посох Пергамона. Опа, нихуя себе нам дали, чувак. Это стоило. Жена обновлен. Чудесно, причесно. Мутация плюс один. Смотрите, я знаю, бесплатный абонент на пользование для всех в течение одного месяца. Окей. Закончить сообщение. Тут можно было выбрать деньги, а можно было опыт. Ну ладно, сохранись. А ты что выбрал? Опыт?
Не, ну имеется в виду первый раз там деньги. Ну, в общем, сохраняйся. А-а-а. Либо бабки, либо. Ну да. Ну и репутация там минус у нас. Минус него сама. Поэтому. Все же лучше. А у него этот посох тебе не придается там? О, еще опыт, да. Нихрена себе. Я про великолепную пятерку с ним поговорил. Коварная пятерка он их назвал. Что делает смерти жене. Библиотека. Моя дорогая девочка. Первый плюс библиотека желает смерти Виктории. Кто-то хочет убить Викторию? Моего книжного херувимчика, ангелочка в библиотеке. Это возмутительно. Послушай меня, этого пса нужно стать любой ценой, будучи мэром Сесила, я разрешаю вам прибегать к самым решительным мерам, если понадобится. Сесил. От Сесил. Блин, ну чё, мотан, ебать. Он меня палит? Он не палит. Кот палит. Я сейчас чемодан почищу. А, он пустой уже. Ну же, все уже украдено. Все уже украдено, до нас, сохраняйся. Погнали. Так, а что там обновилось насчет Виктории? Ну, неплохо опыта так получили, еще немножко и заебись. Да, неудачный. А что-то ничего не обновилось. Ничего не мигает даже. Ну, квестов меньше стало, но разделался какой-то. О, кстати, я ж, блядь, философа точно прогуглил, блядь, пойдем. Я, блядь, прогнал его один в соло игры, и все вопросы. Понял, как ему отвечать надо. Да? А там, вся. По-моему, нет, да. 2-2-1. Сейчас мы будем мстить. Козлу. Прям сохранить сейчас, набежим. Хуйню. Так, сейчас. Стопэ. Все добежали. Давай. Давай! Давай ты. Ну, 2-2-1. Так, ты писал, можешь почесть философию смерти, испытай меня. Ага, я готов. Продолжить. Так, 2-2-1, да? Да. Нет, да. Окей. Подтверждай. Конечно нет! Да, Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, нет, конечно, так, нет. Верно, он не прав. Да. 2 я тоже должен назвать, да? Ну, наверное, не знаю. Да, вот правильно. А, вот, перейдем к делу. Цель жизни — это вопрос, который отравление является ответом. Так, еще раз, да? Нет, нажимаю. Нет, не совсем так. Последний вопрос. Я смело выхожу за границу веры, страха смерти, тебя называю равной жизни. Это мое спасение или моя гибель? Мое спасение. Опа! Впечатляюще, почти чудесно, тебе удалось понять идеи, заложенные в моей книге. За это тебе обеспечена моя вечная благодарность. То есть до некоторой степени вечная. Завершить. Упать. Отношение плюс 100, нихуя себе. Самое смешное, что я находил эту книгу в библиотеке, она пустая, мне ничего не написано. Так, что далее? Копье дали. И наручи. Наручи могу тебе дать, но они галимые. А что копье... Белые? Копье сейчас это самое идентифицирую. Наручи белые, что ли? Да. Я тебе их скину, посмотрю. Копье, требуется сила 7. А, галимые. На, можешь посмотреть копье. Так, сейчас это сделаем. Скажешь. Что у тебя есть? Ничего нет, а что ты стоишь, сучка? Шлюха! А с этой собакой ты говорил? Ну это что-то собака. А это этого убитого чувака собака, она ждет. Скажи мне, малыш. О, нихрена себе! А ты как это говоришь? Не знаю. Можешь сейчас почитать в чате, что там я сказал. Сейчас подожди. Блять. Диалоги, где чат? Мерфи, да, по-моему? Возьму лучшего друга, замечательного Джейка, которого нет. Он Зет, это собака Джейка, которую убили.
Да-да-да. Джейк был классный, она Джейка не любила, так что не уверен, что если она хуже всех в мире. Дай мне понюхать ее вещи. Убери это пахнут для тебя бачи-то, кроме Джейка. Тут нет ни одного намека на Джейка. Присоединись к тебе ни за что. Ну ты-то есть отлично пахнешь. Давай я с ней поговорю подальше. Слушай, если найдешь в городе подозреваемого, принеси мне какую-нибудь вещь, которая сильно воняет. Тогда я проверю, пахнет ли она Джейком. У него просто удивительный запах. Я его ни с чем не спутаю. Ага, понятно. Ну мы, у нас были вещи той тёлки, которая сбежала, в принципе. Пес Джейка может помочь нам найти преступника, если мы понесем ему вещи наших подозреваемых. Он даст нам знать, если учует запах Джейка. В общем, какие-то шмотки где-то найти. Сохрани с чего. Тут что-то Джан хочет еще. Этот пес, который чего уже он верный и преданный стойки своей привязанности, его хозяин мертв, но даже это весьма природа, что жизнь не остановила его биение его сердца. Наполненной теплотой. Ну, ты должен что-то сказать. Ну, я тут нажимаю. Животные, собаки и олень, лоси, орел, мы эксплуатируем, безжалостно убиваем негодяи. Вот бы кто. Ладно. Я являюсь лучшим человеком, хотя не заслуживает его. Да, люди довольно мерзкие существа, если вы опускаете из-за того, что, по крайней мере, животных прежде не животные лучше людей, они просто не знают. Довольно заметная разница. Так, мудрая. Да подожди, не прощелкивай. Я знаю, лежал, щелкал в подушках в мраморных дворцах, я лежал на мокрых листьях в сырых лесах. Кстати, мне нравится второй вариант, но случайный щит может, конечно, колоть тебя. По крайней мере, ты знаешь, что отправляй себя в зависимость от чисто любимого соперника. Давай дальше. Работа существует лишь в царстве животных. Да, остерегайся волка, остерегайся минуты. Их законы честны, короля, сто людей построены на крови тех, кто недостаточно силен, чтобы претендовать на власть. На власть? Какой такой власть? Это собака, единственное существо, стоящее твоего внимания. Все остальные окружающие тебя люди, они того не стоят. Оп, всё. Оп, мизантроп, сохранись. Собачатенькой попиздели. Гав, гав, похоже, он хочет рассказать вам кое-что. Ну-ка. Может, ему овцу отдать? О, ну-ка. Идем с нами, типа, поможешь нам. Он такой, присоединиться к тебе ни за что. Ну, то есть, ты отлично пахнешь, даже лучше, чем помойка за домом мясника. Но в городе полно страшных штук, вроде похитителей тел и ван. Похититель ван. Иван! Так, ладно, погнали. А куда? Могила горит. Лайв. Сохранись. А, я сохранился. Наверное, я думаю, надо бы ему все-таки принести вещь какую-нибудь. У нас были вещи, ты бетелки. Пойдем хоть в наш домик. Там были какие-то бумажки в ней. Рисунки. Дневник ее был. Ага, пойдем. Дневник вынесем. Такие бегут, как кони. Топочет. Кажется, я вижу что-то интересное, Гарри. Что-то интересное, видишь, но... Бери там. Там рисунок какой-то, дневник этой тёлки. Рисунок, а знаешь, заклинание используйте. Дневник, смотрите, чтобы почистить. О, кстати, сюда карты сложу. Они тут у меня. Хорош. Ну, пойдем к собачатеньке. Не знаю, может, новый диалог откроется. Понюхать можно дать. Какие вещи они имеют в виду, я не понимаю. Ну, может кто-то надо дать такой еще. Помимо этого. Надо почитать тут. Еще
все, поставлю бежать. Так, загадочное убийство. Ебать тут нахуй понаписано. Джейк может помочь найти преступника, если принесем ему вещи ваших подозреваемых, он даст вам знать все, чуть запах Джейка. Комната дневника Ирины Пуди логу ухраняется, нам пришлось сразиться с моря. Ком по имени Дамара, его банды Галарезу. Так, ну и около собаки. Давай, я тоже. Смотри, появились новые диалоги там. Сейчас. Ты смог узнать уже видео с нами? Нет. А вот Джейк пахнет лучше, его запах я сразу знал, но... Что тебе удалось найти, что-нибудь, что может понюхать? Эй, понюхай вот это вещь Эсмеральда. Ой, убей. Мне эту мерзкую надушенную штуку, ты хочешь, чтобы меня стошнило? На самом деле, короче, перекусить. И чё, он ничего не сказал? Не. Блять. Не то. А что ты ему дал? Сам я не знаю, я ничего не давал, просто я сказал понюхай вот это, а что он понюхал, не знаю. Вещи Смиральда, а Смиральда это кто? Не знаю, дневник. Дневник это что такое? Читать. Собаки пытались предупредить меня о ведущем кошмаре. А нам нужна Эвелина вещь. Читать. Это дневник Эвелины ты взял, нет? Ну, я дневник какой-то взял. Ну, надо не какой-то, а дневник Эвелины взять. Тут не написано, чей. Да и дело. Там написано было на дневнике, по-моему. Да, сейчас вам еще один. Краткий зомби-тролльский разговорник, ебать. Ну-ка, я почитаю, блядь. Я пока сбегаю. Посмотрю дневник, ничего. Краткий зомби-тролльский разговорник. Грунт-грумп, гра, надо заплатить тролльский. Грумп, ты меня очень рассердил, Грак. Я знаю, что тролли собирают плату, но зомби они всегда делают исключение. Граф, вот держи сотни с тебя, хватит. Заебись. Пообщался с троллями. С зомби-троллями общается. Блять, неудобные монтари такие. Ну что, нашел? Да нет, подожди. Так. А вот тут Эвелин, вот ничего. Да? Вот спрей вот туда. Так, еще тут была картинка такая, ты взял ее? Да, картинку взял. Тогда я тут дневник положу. На тебе, поговори с собакой, я не умею. Дневник Эвелин, ага. Она ж спрячется, сучка. Песик, иди-ка сюда, собака мерзкая. Давай попробуем этот дневник, если нет, еще пошукаем. Так, все, бегу к собаке. А побегушки до собачки. Погода стойкая. Ну давай. Партизан есть. Партизан бывает в солнце режима скотти. Эй, понюхай. Не, надо только эй, понюхай вот это вещи Смиральды. И все. Не появляется ничего такого. А какую вещь Смиральды ты не даешь? Я не знаю, вот это не портрет, не он? Нет, это из Эвелин, по-моему, это Эвелин. Пифи вообще. Дать. Ну, не знаю, чуть-чуть. Ну, давай, я поищу сейчас, подожди. Не, у них только появляется вот это. Собака какая-то, блядь. Чё ей надо от жизни? Не, наверное, что-то нужно будет найти. Не помню. Ну поищи не дома, хотя там что-то не есть. Да не, это еще где-то вот. Шаблинник, богохульственник. Ты-т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 ы
Вонючее пальто, ебать, есть. Во, может... кстати, может это? Не знаю. Сейчас я тебе дам. Давай. Ну, попробуй вонючее пальто. Я так убежал оттуда. Ха-ха-ха. Диамант. Довольно кинжал, наверное. Так, ну давай. Во! Эй, понюхай вот это. Это вещь. Это принадлежало Эвелин. Во. Блять, чё там исчезло-то? Журнал обороны. Даже не дали почитать, кстати, само исчезло. А, где тут? Молочное убийство. Пес учуял запах хозяина от объедков на одежде Эвелин. Мы должны исследовать ее более тщательно. Это просто наводка, на самом деле. От объедки. Престол-то. Ну ладно, может, в принципе, положить. Я думаю, тут все. Мы, типа, вычислили Эвелин. Другим способом, типа, по-разному. Может, через разговоры с животными. Так. И что он учуял, и что дальше? Ну, мы тебя знаем, что это Эвелин, то есть, а мы и раньше знали. Ну, вот эти типа, разные способы добиться результата. Нелинейные все дела. Так, а кто там, помню, своего брата искал? Какая-то тёлка искала брата своего. Сохранись, чувак. Опа! Что это такое сидит? Попугай? Что? А, петух. А, ничего не хочет. Петух! Не хочет он общаться. Зазнался, мразь. Мразь. Эу, не надо трогать ничего. Это Бертия какая-то. Искатель источник, наконец-то пришел на помощь. У нас тут хаос. Иди сюда, чувак. Сейчас, минутку. А, он не для. Если у тебя есть любимая овца, постарайтесь зажарить ее раньше, чем уведут в ночи, словно сладкую плюшкову. Хоггет лучше во всем, скажи мне себе, где твое стадо. Надеюсь, я продала большую часть своих милашек торговцев, которые вас носят. Значит, украденных овец. Я бросил эту свинью мясорубку. Это, конечно, не заменит мне сладкую, сочную магет, но немного приступит боль утраты, как лисе и огненка. И заготовлю отличный ужин, там это ваше. Ёбнутая тварь. Ладно, побежали дальше. Пойдем сходим, поговорим с капитаном. Так, надо почитать квесты, ничего не понятно. Что делать дальше, на загадочную убийство начинается. Шарлин. Горничная. А, горничная мэра. Пойдем, горничная мэра сходим. Она брата ищет, а мы его нашли. Вперед ногами, блядь. Пойдем, мэр, к дому мэра, ты за мной? Я перед тобой вообще. Сейчас тут тоже есть. Где тут мэр? Какие-то горничные на втором. Так. Что-то не видно, блядь. О, может это попиздить? Привет, надеюсь, ты не забыл. Сохранись, чувак. У меня здесь серьезные башмаки ухода. Рассказать о себе, твоим братом. Я знаю, что стало с Томом. Тебе удалось найти. Он был здоров, голоден. Вес в достаточном количестве. А руки предужина моет. Пожалуйста, расскажи мне все. Наверное, стоит сказать ей правду насчет брата. Это станет для нее ударом. По крайней мере, не будет ждать свою жизнь напрасно. Давай оба варианта попробуем. Соглашайся. Че там двигаешь, блядь? Чувак, ты тут вообще? Да. Че там двигаешь все время? Не знаю. Мне пакет тут максимум. Так, а что нам дали? Только 900 опыта? И все? И прямо линейно еще, по-моему. Я не могу, это не может быть, ты ошибаешься, я там был безрассудным, но
Находчивый он тоже поверил себе как следует, причем он жив, слышишь, она не поверила. Ну, загрузись, чувак. На Блейк, ну давай. Зачем ломать жизнь этой бездняшки, пусть хотя бы надеется когда-нибудь увидеть Тома. Печаль, но факт, лучше надеяться, чем прожить всю жизнь в трауре. Читали? Тактичный и 1050, а сколько в прошлый раз дали? 900 чем-то. А больше дали? Это чудесно. Да. Так главный слайм, так игру спалится в моей душе. Это не пережила. Сохранить. Пережила, потому что она себя убедила, блядь. Что-то ну, есть. Вот это получше будет, кстати. Могу ли поговорить о эльфе Эландаре? Кири Эль Эссор, прошу прощения, мой друг. Но это поистине удивительное откровение. Такая печаль, такая боль. История Эландара меня тронула, но похоже, в своем стремлении отомстить он стал каким-то чудовищем, как и те, кто причинил ему вред. Неужели он не понимает, что это мне причиняет вред? Почему он из всех добрых, любящих жизнь существ именно меня? Он выбрал в качестве объекта для своей бесконечной ненависти. Кому я причинила вред? Я люблю книги, а не насилие. Давай рассмотрим ситуацию с точки зрения логики. И дади, ебать-то нахуй, задвигает баба. Нас тупая хвостатая. Зададим тебе вопрос, что мы будем делать дальше, прежде чем позволить мне сказать вот что. Шали сбил куш зунум. От всего сердца благодарю тебя. Я благодарю тебя и доверяю тебе. Так, пожалуйста, ответь, что ты посоветуешь? Это же просто амулет, который нужен эльфу, как доказательство твоей смерти. Так почему бы не отдать мне его мне? Да-да, давай нам амулетик этот. Мой амулет? Ну это Хаксамарджи, священная вещь, которая хранится в сущностях моих предков. Нет, я не могу расстаться с талисманом, ведь это... Поебал ей. Весь амулет. И все, это надо камень-ножницы, чувак. Сохранись. Так, сохраняйся. А, прикольно, этот чувак пишет какой-то. Перевод фанатский. А, да, ебаный стыд, перевод фанатский. Нет. Как норм. Что? Нормальный перевод, по-моему. А у тебя появилось это, нет? Что нет? А попозже тогда я тоже телепортировался, когда в ванной комнате. Тоже играл, у тебя не видно было. Походу дело, сейчас тебе нужно ее нагнуть. Нагибатушки. Ничего себе. А, сука. Какая у нее Фатима сзади? Фатима, какая у тебя Фатима? Как это самое, как его сегодня играл в The Forest. Типа там увеличили сиськи тёлкам. Посмотрел такой, нихуя себе. И зарубил ее потом. Какой жестокий. О, ты выиграл нее. Твои глаза, они сияют, как у дьявола, ладно... Не бери делай. Мой амулет, пусть он поможет избавиться от злых эльфов и от злых людей. Чё за амулет? Чё, мать, тебе что за амулет? Амулет дала, чтобы отдать эльфу, который я заказал. Обычно. А покажешь? Кинь. Я просто кинь, посмотрю. Тебе укинуть? Да, пойдем отдадим эльфу, пускай сваливает. На, лови. А где эльф? Какой эльф? Ну помнишь, там на втором этаже какой-то безумный дед, который заказал, у него там семью вырезали, и он тебя мстит всем орфам на свете. Помню этого дедка. Деда. Заходи, сука. Да не закрывай, заходи. Сука. А он тут разве живет? Да, на втором. Таверна, бухаем на все твои деньги. На все Димины деньги. А он бомж. Значит, не бухаем вообще. Я смедленно нажимаю сама, даже конец близ смерти придется к тебе, Виктория. Виктория. Сохрани. Ай, момент. Злобный эльфач. Все, он по щам получит, по-моему. Тебя во тьме, но удар принесет мне свет. Служи смерти именно это угодно. Что-то там, что угодно ему. Ебать, у моей тёлки какое-то лицо в шрамах. Она старый боец, на бабку. Её дуплили.
А, прикольно, около ведра блевотина какая-то налита. Этот эльф, походу, мимо ведра срал. Не попадает уже. Да. Вообще пиздец, накрылся. Да-да, Орчих увидела тьму, почувствовала леденящий холод. Тебе удалось отправить ее в жадно распахнутую пасть могилы. Все ж моей цели вылетела девушка-орк. Девушка-орк. Верно, верно. Ха-ха-ха-ха. Клянусь любимым колом Ангуса Пронзателя. Ты хорошо. Ануса Пронзателя? О, бич Козулдагара. Последний из рода погиб. Дом гад. Ну, отомщен. О, сладкая кровь. Гнилое тело. Да что подошло к концу. Мое богатство принадлежит тебе. Вся жизнь может окончиться миром, клянусь пустыми глазницами. Вой, вода, ослепите, я благодарю тебя и поговорю, прощай. Все? А вон он. Куда пошел? Да, мы его забьем. А он нам сундук оставил. Да? А, да, точно. Так, зеленые наручи и зеленая бронька. Сейчас посмотрим, что это такое. Так. Наручи, лук плюс один, одноручная плюс один. Ох, а сколько брони? Брони 5. Да, стойся. Бронь, сила плюс один, стойкость плюс один. Бронь 20, требуется 10 силы. Дай мне. Если не подойдет, то тогда скинь, я, может, стелки один. Не, себе возьму. Ну окей. У меня есть 26 брони телосложения плюс 1, мне нужно. Да, телосложение плюс 1, сейчас подожди, я у тебя посмотрю. Да, давай. Ты только телки кинь, или ты мне уже? Телки, телки. А, телосложение, хотя не сопротивление, не, ну все-таки покруче. Чё ты сидишь на? Я жду. Посидим, твою мать. Подождём. О, нифига себе, у него даже хп увеличилось, прикинь. Там телосложение же попадает. Да. Опа, колдую. Да она ведьма, сжечь ее. Убить их все. Так, ну все. Еще один квест дали. Что там у нас еще осталось по квестам? Загадочное да. Убийство. О, блин, нифига себе. Джейка. Говорящие статуи, но эстетические говорящие каждый.